У аэроградку Вішов-Белинецкого района начала работать новая котельня. Она обеспечит теплом жилый фонд, а так само ФАП, дитячий садок и школу. Котельня цалком автоматизирована и использует мясцовые виды палива. Котельня у тестовом режиме запущена 3 дні тому. Завершены все выпробования, зараз переходят у штатный режим працы. Включаются насосы, движущиеся полы. Шипа подталкивается, этим валом она это самое, подталкивается дальше. А здесь стоят транспортеры движущиеся. Они подают шапу у котел, у бункер. Открытие отбылось в упрационном парадку. Невеликая инспекция техники, питание по сутности, про эффективность и могутность котельни. Такие котельные, которые котел на мегаватт этот пущен, и в январе месяце будет второй котел установлен на мегаватт. Эта котельная будет дешевле выработка этих калорий, чем на газу. На 15%. Ранее агрогородок обслуговывали 2 котельни. Зараз гэтая одна закрыя потребы 800 человек, что тут проживают, и мясцовых социально значных объектов. Монтаж другой чарги котельни начнется сразу же после новогодних святов. Для речи, после выучения рынку и якостных характеристик, котлы тут вырашили усталевать айчинные. Во вторую очередь установится второй котел, тоже 1 мегаватт. И тогда котлы с ручной загрузкой будут только в резерве, если вдруг что-то с котлом случится, его нужно будет ремонтировать в отопительный сезон, то тогда надо будет, конечно, зажигать маленькие котлы. А так 2 котла на щепе покроют полностью нагрузку поселка. В области зараз наличивается 591 котельня, из них на дранцы працуют 72. В наступном году таких отопляльных узлов станет еще больше. На следующий год мы, значит, будем продолжать установку котлов на щепе, это на больших котельных, в том числе планируем эти вопросы решать в Сеславле, в том числе планируем эти вопросы решать в Климовичах, в том числе планируем в поселке Ямницком. То есть процесс установки котлов на щепе будем продолжать. Проект реализованный дякуючи республиканской программе «Комфортное житло за бюджетные сроки». Цалком автоматичный режим позволяет минимизовать страты и повысить эффективность. Для того же видовочная оптимизация и улучшение умов працы. Татьяна Дмитриева, Николай Соболев, «Новини РФ».